Каждый год 1 июня во всех городах России в небо запускают белые воздушные шары, как напоминание взрослым о ценности детской жизни. В Десногорске также запустили в небо белых ангелов в память о погибших детях. После этого началась увлекательная праздничная программа. Победители и призеры городского детского творчества «Зажги свою звезду 2019» приняли активное участие в концерте и еще раз порадовали зрителей своими задорными выступлениями. Все участники концерта получили за свои выступления сладкие подарки – шоколадные плитки и вкусные торты. Не остались без подарков и участники многочисленных викторин. Около 10 игровых площадок было организовано для десногорцев в тот день. Ребята рисовали мелками и моделировали фигурки из шаров, выдували огромные мыльные пузыри и играли в настольные игры. Особенно востребованным на празднике был аквагрим. Настроение у ребят в тот день было прекрасным, и они с радостью поздравляли друг друга с праздником. Желаю, чтобы они были здоровы, крепкие, были много сил, а одноклассникам пятерки и были здоровы. А после активных спортивных эстафет, слегка проголодавшись, юные десногорцы обменяли подаренные им лотерейные билеты на сладости, сок и пирожки. Большое спасибо спонсорам нашим, которые предоставили такие замечательные призы, сладкие, всем выступающим, всем детям города Десногорска. Большое спасибо администрации города Десногорска. Чудесный день, чудесное мероприятие. Спасибо волонтерам. Праздник был душевным и добрым. Детская программа затянулась надолго, и расходиться никто не спешил. Первый день лета и начало летних каникул десногорцы отметили на ура. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.